Всем привет! Сегодня у нас на обзоре хэтчбэк Kia Picanto 2017 модельного года выпуска. Цветовая гамма модели представлена 11 цветами. Автомобиль выпускается с двумя разными двигателями. Первый вариант литровый, мощностью 67 лошадиных сил на пятиступенчатой механике. И второй вариант 1,2 литра. Мощностью 84 лошадиные силы на четырехступенчатом автомате. На выбор доступно 6 основных базовых комплектаций: Classic, Comfort, Lux, X-Line, Prestige и GT-Line. Цвет представленного автомобиля серебристый Sparkling Silver. Доплата за этот цвет отсутствует. Привод автомобиля передний. Объем багажного отделения 255 литров, клиренс автомобиля 161 мм, количество мест 5, объем топливного бака 35 литров. Комплектация представленного автомобиля Comfort, двигатель 1,2 литра, мощностью 84 лошадиные силы, тип двигателя бензиновый, коробка передач, четырехступенчатый автомат. Цена автомобиля в этой комплектации 825 800 рублей. В оснащение комплектации входят пакет теплые опции, это подогрев передних сидений, подогрев руля, подогрев форсунок стеклоомывателя и зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом. По экстерьеру. Передние и задние брызговики, увеличенный дорожный просвет, задний и передний бамперы окрашены в цвет кузова, корпуса зеркал заднего вида окрашены в цвет кузова, стальные диски 14 диаметра с полноразмерными декоративными колпаками и шинами размерностью 175 на 65 R14, дневные ходовые огни и ручки дверей окрашены в цвет кузова. По интерьеру. Задние сиденья со спинками, складывающимися в пропорции 60 на 40, шторка багажного отделения, подстаканники на центральной консоли, рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей, светодиодная подсветка макияжного зеркала водителя. По безопасности. Фронтальные подушки безопасности, передние и задние подголовники регулируемый по высоте, крепление для детского сидения Isofix, иммобилайзер, центральный замок, ABS, система курсовой устойчивости, система помощи при трогании на подъеме, система контроля давления в шинах, стальное запасное колесо временного использования, дополнительный стоп-сигнал, система экстренной связи AeroGLONASS и автоматическое запирание дверей при начале движения. По комфорту. Регулировка рулевой колонки по высоте. Датчик света. Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира. Кондиционер. Регулировка сидений водителя по высоте. Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом. Стеклоподъемник водителя с функцией авто. Ключ с дистанционным управлением центральным замком, мультируль, аудиосистема с радио, USB и AUX входами, с четырьмя динамиками и Bluetooth для подключения мобильных телефонов. Длина автомобиля 3595 мм, ширина 1595 мм и высота 1495 мм. Колесная база 2400 мм. Автомобиль отличается малым расходом топлива. Расход бензина в смешанном цикле 5,4 литра на 100 км. По городу 7 литров на 100 км. И по трассе 4,5 литра на 100 км. Время разгона от 0 до 100 км в час занимает 13,7 секунд. Всем огромное спасибо за просмотр. Поддерживайте видео лайком, если понравилось. А если хотите увидеть обзор какого-то автомобиля,
Напишите об этом в комментариях под видео. I wanna...